Проект «Библиотечный дворик» существует в Сарове с 2011 года. Первые познавательно-развлекательные программы для детей библиотекари готовили на литературные темы по творчеству русских и зарубежных писателей. Позже тематика «Библиодворика» расширилась. Это и эко-путешествия, и спортивные соревнования, и мастер-классы. Первое мероприятие этого летнего сезона прошло под названием «Наш веселый светофор». На сегодняшнем дворике мы рассказываем детям, что такое светофор, кто его родители и где вообще он родился, какие светофоры бывают в мире и в каких странах, как они выглядят. И проводятся, конечно, такие вот веселые, подвижные игры. Загадки, ребусы, пазлы, конкурсы на знание дорожных знаков. Юные читатели библиотеки активно и с интересом включились в игровую деятельность. Не обошлось на площадке и без веселых стартов. Полет на ядре Мюнхгаузена и дорога с препятствиями. В игровой форме дети запоминали правила дорожного движения и вспомнили о том, как вести себя на проезжей части. У нас был библиотечный дворик, и мы выполняли всякие задания, квесты, бегали. Что-то узнали нового из сегодняшнего мероприятия? Да. Что? То, что в Лондоне есть светофорное дерево. И есть такие вот светофоры, они смешные, красивые и даже один похож на обезьяну. Проект «Библиотечный дворик» ждет ребят во время летних каникул каждую среду в 18:00 во дворе по адресу улица Московская, 11. В следующий раз, 22 июня, библиотекари приглашают юных читателей совершить путешествие на веселом паровозике по стране стихов Агнии Барто. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.